Что-то как дела? Ой. Как сахар? Сейчас померяю. А утром? Я уже давно меряла. Утром 8, 8 с чем-то А что получается. высокий? 8, Что только съела на ночь? Сам вечер. Ела? Я сейчас пойду померяю. Ела на ночь? А что я ела? Ну, кажи правду. Ела? Вот как я пішов вчора. Ела что-то еще? Ела, да? Я не знаю. Ну, как не знаешь? Ну, кажи, їла чи не їла? Не помню. Не бреши. Не помню. Ну, не бреши, кажи правду. Ну, а що казати? Ну, як є, скажи. Ну, що сказати? Ну, от кажи, їла чи не? Трошки взяла. Щось трошки взяла, що? Часово 12, навіть. Ну, ти молодець, а де голова була? На плечах. Що я Погано, 6-5 сахар, да? Надо було їсти. 8, конечно. Не 5 було, воно 5,9. Ну, ти зробила 8. Ты сделала 8. Молодец. Надо было 28 сделать. А что тебе 8? Не помню, каже. Брехню бачу сразу. Вы кажете, она бреше таблетки. Как бы пила, то пила б. Какие там таблетки? Прям диабетон нашли чудо. Говно ваше диабетон. Когда сахар высокий, ваш диабетон не поможет. Хоть пачку пей. Поэтому... Тоді бетона нап'єш ще один. А, да, прям. Ми брали наоборот половину таблеток. По діабету, ви кажете, п'є. Котлети, боже. Щось взяла. Ну да, щось взяла. У мене сьогодні, ребята, репетиція за репетицією. Репетиція, сьогодні вже дві пройшло репетиції. Співка, мізансцена, зараз оркестрова. Так я читав. Гляньте, мокрики. От репетиції. Какие ключи? Вы говорите. Будешь кусик? Будешь кусочек? Давай попробуешь. М? Маленький. На, вот так попробуй. Чуть-чуть сырочек. Вкусно. Это ничего не есть. М? Чего? Скушай. На. Скушай, скушай, скушай. Скушай. На. На. На, скушай. Ты хочешь попробовать, я делала эти, не фрикадельки, а как же они называются? Вот такие кругленькие. Там и капуста, там и мясо, фарш и это, кабачок. Не-не, мам, я не запекала хочу. Не-не. Кружочком, как она? Не фрикадельки, а кифтельки. Кифтельки. Не хочешь? Не. А це что? А це я борщ варила свій. Капуста, кабачок, капуста квашена. Молодец. Так, вот такий, вот такий. Ось, сынок, что я запекала, глянь. Я видел, мам. Кефтельки. Вот все вот и запекала. Да, вот все мы запекала, да. Молодец. Ну, хорошее получилось. Сказали, что постарел. Самвел подурнел. Пусть постарел. Пострашнел. Ну, неужели я бы, если бы, допустим, весил на 15 килограмм больше, выглядел бы моложе и симпатичнее. Сама все делаю, никто дома не Жень, не знаю, что вам сказать. Никто меня не готова. Так что ложь, вездёшь и провокация. Видите, люди хотят обесценить все, даже то, что ты сбросил вес лишний. Это та, вот сейчас с Колей смеются, говорят, ой, там 4 килограмма скинул, это он еще только высрался и типа поссаться. Хай сама, то, что каже, хай сама высыра 4 килограмма. А ну, ты все, хороший комплимент ему. Нет, это на Колю кажут, что ой, что он там похудел, все еще только в туалет сходил. Типа, типа никто побачит, а не будет толку. Ну, а я уверен, что если Коля взялся, то будет хорошо сбросил. Если взялся, будет хорошо. А если не взялся, то... Вот такие мне нравятся. Но я в туалет хожу. Даже сегодня ходила, все нормально. Сыр мне не мешает. Теперь придумают, что у тебя низкий сахар, ты диабетон пьешь на вечер. Вот ты раз сказала, что... Нет, да что я вот, ото лучше ничего не сказать, честно. Вот это они берут котях на зубы, а раньше что не додумались так сказать? Да, чтобы я осталась вот там на кровати, нельзя. Вспомни, сынок, как я жила в Димке на квартире. Она когда бреше, видно сразу. Как я
повыносила на улицу свои платья, пальто, проветривать прямо хорошо, чтобы они двое суток на солнце жарились, чтобы ничего не заводилось, ничего, я следила хорошо. Ну. Вынесла с утра, а уже на второй день хочу собрать туда, сидю на кресле, кресла там тоже старые были, сидаешь, они прогинаются, вся мебель была стара. Сейчас вот так, я заходила, мне открывала, это хорошо, они поменяли, все красиво, вот. А встать, заносить их у шифонер назад. Голова каже, ходім, а попа сидів. Так і в мене. Не можу. Совсім якась слабость, не пойму. Я поміряла, а в мене два. Я як і злякалася, тобі набирають, ти кажеш, мамка, я тільки прийшов. Десь був і прийшов у себе ж на площадці. Понімаєш? Угу. Що ж робить? Тоді ти прийшов, бігом у мене була шоколадка. Пол шоколадки, потім отакі таблетки були, саме помниш, здорові, сладкі, дві штуки таблетки. А в тебе він все одно падає. Ти а він все одно падає, так. Да. Так, да, ти знаєш, синок, а тоді... Підніметься і опять падає, потім визвали скору. Упало, було вже чотири, каже, ну ти підождав, вже було чотири, ну все, це вже, каже, нормально. Кажу, да, так. Ми потім скору визвали, тебе забрали в больницю. О. Ми ще приїхали в шестерку чи в дев'ятку. В девятку, а там кажут, а что мы сейчас ей сделаем? У нас каши нету, чтобы она поела кашу. Ага. Бо знают, что от каш поднимается сахар. Да, да. Каже, сейчас бы кашу ей поесть, у нас нету. Це помню, в девятке, да. А вообще кормили плохо. Паршиво, Самвел, сахарный диабет, давали эту, суп такой, картошка там и рис, густый, густый. На вечер даже чая нема, даже кипятка. Я помню, значит, я там сказал, меня спрашивали, а ты деньги там платил в трансляцию? Я пришел в дело вот тут на кухне. Ага. Я кажу, а как вы думаете? И через 4 дня я в театре работаю. Приходят мне, кажут, участковый, не участковый, полиция. В театр на проходную пришли, спрашивают, Самвел, я вышел. Ага. Вот написали жалобу, что ты за маму, за взятку положил в больницу, что она не нуждалась, что он участник мастер-шеф. Вот вам, хороший зритель, я вам это не рассказывал, так вот слухайте, какое может быть к вам отношение. Ага. Типа за взятку, а я говорю, хорошо, а что я сказал в видео? Она говорит, ну, сказал, типа, что, а как вы думаете? Ну, так вот, как вы думаете, а что тут? Я сказал, что я дал взятку или что? Типа, что он дал взятку и положил маму в больницу так, за взятку. Да, да. А я говорю, я разве сказал в видео, что я дал взятку или что? Да. Нет, я говорю, ну так в чем дело? Ну, все равно надо было написать, объяснить. Какая-то сука из Харькова написала, о, что вот я якобы сказал за взятку. А. В любом случае, ты, естественно, врачей где-то благодаришь. Скільки в нас паршивих? Ну не потому, що ти дав взятку спеціально, щоб... Держи на цій землі. От зачем він є? Для того, мама, щоб виділи, хороше і плохое. От такі зрителі хороші, бачите? Я вам не розказував, от розказав зараз тільки. Що прийшов участковий, ну не знаю, хто, поліція, в Рожданському прийшов і говорить, отак і так, от показав то, що прислали їм, і ссылку на відео. Я говорю, пожалуйста, слушайте відео, я відкрив. Ну я говорю, ну що я сказав? Ну да, що, а як ви думаєте? І все. А тут уже каждый, говорю, сам думает, что в силу своей, как бы, этой. Ну, правильно, ну, все равно напишите, что так и так. Я написал, что так и так. Повез маме, был низкий сахар, я повез в больницу, и врачи ее госпитализировали. Никаких взяток я не давал за то, чтобы ее положили. Ну, естественно, где-то там медсестра, которая там сидит, принимает, ты там дашь, сидят бедные женщины. Просто из жалости к людям. Ты даешь, что люди с этой нищенской зарплатой. Не потому, чтобы дать взятку, а что вот на те деньги, а вы положите, пусть она полежит. Что мне делать нечего? Я бы тогда в частную клинику положил бы. Зачем мне надо дешевые клиники эти? Она бы за деньги лежала. Я долго мучаюсь. Вот такое бывает, ребята, в жизни, бачите. Про коли я долго мучаюсь, не получается. Для того, чтобы недолго не мучилась, надо оттянуть сперва вот это. Та я оттягивала. Оно не оттягивается. Да, бывает такое. Вот, оттянулось. Клацаю. Дай другой палец. На. Надо прижать и палец навстречу. Понимаешь? Когда палец навстречу, тогда оно пробивается. Да. Сейчас, сейчас вытяну. Теперь кажут, постарив, подурнив, став плохо выглядеть. Нет, очень хорошо. Сказали и правду сказали. Так, мне, okay. А я сидела на лавочке, мне моя это сказала. Все, вытирай палец, что ты держишь. Все. Ну? 7 с чем-то. 7,7. Прекрасный сахар.
Не 16, и пьет она. И пьет она одну синжарди вместо двух. И два диабетона. И еще я рекомендую тебе убрать один диабетон. Так я ем и сметану. Я ем ее такой палочкой. Мам, ты сейчас тебе надо убрать один диабетон. Убрать? Вот завтра попробуй пить один диабетон с утра. Я позвоню эндокринологу, спрошу. Она скажет. Хорошо. Чтоб убрала один диабетон, он вредный. Где-то минут 25, мне на 5 на репетицию. Да, зайц. Да, зайчик. Мам, 24 минуты 5. 25 5. Да, я в туалет. В туалет не идешь? Сахар. Не-не, сахар. В туалет. Примчался. Вот это 5. Все уже. Репетиция. 16. Ну, не знаю. Мне кажется, еще надо худеть. Когда вот это выпустишь, оно все равно много еще. Вот это. Вот это. Все, это все плохо лишнее. Плохо бачу, сынок. Плохо. Вот это сало. Строчка на ревне слепа. Не могу записывать. Мам, ну я освобожусь, я не могу пока. Ребятки, всем привет. Сегодня аж три репетиции. Вот одна с 11 до часу, другая с часу до 4. И с 5 до 8. Вот три репетиции. Вот знаете, мало, много работаем. Ну вот так. Ну конечно, это не у всех. Не всегда бывает, и у меня не всегда такие репетиции. Но сейчас завал просто, не спектакль за спектаклями. Сейчас Мистер Икс репетируем, Чиасан, потом Призрак оперы, потом Сорочинская ярмарка, и так все одно за другим. Ладно, хоть сейчас там взяли ребят некоторых, как стажерскую группу, то хоть какие-то такие совсем малюсенькие партии поразбирали, слава богу, потому что представьте, в Набукоп еще выходить, там три слова петь, еще кое-где там тоже буквально несколько слов, слава богу, что эти партии позабирали, разгрузили. То сейчас бы вот эти, вообще я терпеть не могу эти вообще маленькие партии, такие маленькие. У меня есть побольше партий. Та же Летучка, тут же Мистер Икс, та же Лысый Микита, та же Сороченко. Там где большие партии. Такие где-то главные, где-то заглавные. Вот это вот сейчас еще Сан тоже. Но небольшая партия, но все равно за... Чтобы их выпад давать. Было бы еще лучше. Хочется разгрузить себя, уже не тот возраст, когда ты можешь скакать в каждом спектакле. Уже надо концентрироваться на чем-то одном, на более таких, которые посерьезнее. Пропустишь или нет? Целый день. Туда-сюда. О, полиция. 28:30. Поперла. Я сейчас хочу приготовить очень классную штучку. Я вчера сделал вот эти заготовки из тыквы, ребята. Очень удобно. Все люди высмеивают, знаете. Говорят, ой, там у него фрукты закиданы в холодильнике, он еще и тыкву туда ставит. Куда туда тыкву? Ну ничего, тыква полезная, я сделаю вот из тыквы. Сделаю компот из нее для себя, просто попить вот такой с цитрусами можно. Сейчас сделаю пирог тыквенный, потом сделаю еще тыквенно-творожный такой десерт. Не знаю, мне нравится тыква. Я, кстати, никогда ее толком и не ел, эту тыкву, но теперь буду. Чего нет? Почему-то у людей такое желание все вот высмеять, что я не делаю, все как-то высмеять, все как-то умножить на ноль. Я, в принципе, знаю, для чего это делается, для... Не знаю, даже не знаю, честно говоря. Репетируешь плохо, в те спектакли играешь плохо, песни поешь плохо, занимаешься тем-то плохо, все плохо. Ну вот, все плохо. Спасибо. Всегда благодарю. Все, что не делаешь, все, ребята, плохо некоторым людям. А мне хорошо, я занят делом. Похудел? Плохо. Когда там жир, сейчас мне зрители, кстати, написали некоторые... Самвел, у тебя там девочка писала. Самвел, я сейчас пересматриваю старые видео.
реально ты похудел и так хорошо выглядишь, ну как, лучше, чем было. Говорит, я даже, а тогда я смотрела видео и не замечала, что ты такой жирный. Мне тогда и говорили, да что ты худеешь, все нормально, чего ты, ой, ты нормальный. Не на возрасте, вот это, знаете, не надо мне. С возрастом должен вес это, должен быть солидный. Иначе ты, если не солидный, то ты, значит, какой-то дистрофик, типа 40 лет, чтобы выглядеть как 20, ты не будешь. Ну, всегда лучше выглядеть моложе, чем знаете, выглядеть как свинья в 20. Это, не знаю. Я на сцене стою, мне не хочется лишнего веса, мне тяжело. Завтра у меня разгрузочный день, сегодня ночую у Сайгачка. Я ничего есть не буду, сейчас домой, сейчас еду, куплю продукты. Приготовлю классную вещь, надеюсь, она будет очень вкусненькая. Я наколочу все, а завтра буду дегустировать. Должна постоять немножко, сейчас все куплю. Не знаю, я готовлю с удовольствием. Обосрали мою капусту, сытники не с таким удовольствием ели. Да ели, Ольга Леонтьевна, вот так, Света, ой, вкусная, потом... Стонала, получилась какая вкусная капуста. О чем вы говорите? Как она может невкусная? Кислая капуста, столько мяса, лук, паприка, морковь, в вине потомилась. Потом ты кислой капусте добавляешь, ну, там томатная паста, сахарок, и добавляешь туда поджаренную белокочанную капусту. Как это может быть невкусным? Вы сами понимаете, какой это взрыв вкусов. Ну вы смеете, что ой, хрючево, ой, что все, что было, накидал, ой, все это, да, ерунда. Ай да, ладно. Каждый дрочит как хочет, мне солист один казах старенький в театре, у нас уже не работает, мы с ним очень хорошо общались. Мне кое-что там всегда по вокалу подсказывал, так, иногда немножко занимались. Он всегда говорил, Самвел, каждый дрочит как хочет, а вот и никого не слушай никогда. Человек с опытом. Ему 70 чем-то лет было, 80 почти. Он пел Риголетто и все такие партии серьезные. То говорю, каждый дрочит как хочет. А вы хотите, чтобы я дрочил? Извините. Я в этом смысле очень изобретательный. Конечно, вы женщины и по этой части, я думаю, специалистки. Вы мне расскажете, как лучше это делать. Да? Вы же лучше понимаете. Есть училки, есть дрочилки. Так, я сейчас еду купить. Знаете, что мне надо купить? А, печенье. Печенье. Еду в магазин мяса, там хорошее печенье. Не для чизкейка, такой творожно-тыквенный. Без выпечки. Очень, очень удобный. Надо печенье. Алло, да? Да еду в магазин мяса, мне надо печенье купить для этого чизкейка. Я Кристин на кривом рогу? Ой, блядь, вот я и умер, да? Ёб твою мать, от чего умер? Пьянка. Ты все, остался один Андрей. Ай-яй-яй. Обсирають мою мать, кажуть, які в неї погані діти. Один наркоман, другий п'яний. Син, да? Та нічого не зробиш, що будете їхати на похорони, да? А хто буде їхати? Андрій? Ти що з ним, ти його знав, ти розумієш. А квартира в нього є, кому останеться. А на жена його офіційно не. Ну да, наверное. Ну так і що. Ладно, добренько, Коля, приїхав к тебе. Давай. Та ви к м'ясу в магазину приїхав, давай. Давай, нема мені, давай. Ладно, ребята, хорошої ночі.
10 вечера. Ничего не успеваю. Ни снять видео, ни это, ни то, ни все. Да, все. Ни дела.